хочу поговорить с вами о проекте Ether Full. На данном этапе я буду делать вывод и покажу то, что я заработал не более чем за сутки на данном проекте, уже порядка 1000 рублей, друзья. Давайте, в общем, напомню вам в коротком режиме, что предлагает нам данный проект и как он предлагает нам заработать. Он предлагает нам зарабатывать 20% к телу нашего депозита за 48 часов. Но что самое прелестное в этом проекте, то что он дает нам заработать каждый час. Наш депозит не замораживается на 48 часов. Мы получаем прибыль каждый час по 2,5% вместе с телом нашего депозита, вместе с нашим процентом, друзья. Вклады от 10 рублей. Как всегда, можете попробовать, посмотреть, присмотреться. Дополнительно заработать можно на реф-программе, которая 10%. Есть и дополнительные уровни, но я думаю, вы работаете напрямую. И предлагаю, конечно же, делать вклады через Маяк Energy, через наши ссылочки и получать рефбэк порядка 170%, друзья. Так, давайте теперь зайдем в личный кабинет. Не буду растягивать видео, так как я уже делал видеообзор на данный проект, все вам популярно рассказывал, что и как и почему. А сейчас просто хочу вывести денежку с данного проекта и показать, что все платит инстантом. С большими, кстати, кошельками, именно с большим выбором кошельков, друзья. Так. Смотрим то, что я зарегистрировался 20 числа. Вчера вы можете увидеть то, что видео я делал где-то примерно в 9:30 по московскому времени, а сейчас только сколько? 8 часов московского времени. Так что еще суток даже не прошло. Вывел 121 рубль. На счету у меня 917 рублей. Здесь все и грамотно, и понятно по личному кабинету. Есть и баннеры, кстати, четкие, которые тоже можете размещать и зарабатывать на них. Партнерская программа, в которую вы заходите и видите ваших партнеров, откуда вам приходит дополнительная денежка. И, естественно, сейчас я выведу средства свои. Так, кстати, при регистрации вам будут даваться ключ, ну, в смысле пин-код ваш, да, с которым вы будете работать на протяжении всего проекта. Это дополнительная защита ваших средств на данном проекте. Так, буду вводить на Pair кошелек. Сейчас нажму паузу, введу быстренько свой, так сказать, код. Так, я заказал выплату. Теперь идем в мой Pair кошелек и смотрим. На данном этапе 2374. Здесь смотрим то, что никаких обновлений. Я нажимаю еще раз аккаунт. Здесь должно обновиться в последних операциях, что денежка пришла моя. И смотрим. Да, денежка пришла.